Всем привет, добрый день. Давно не виделись, так сказать, это я говорю тем, кто уже посмотрел Breakfast Show. Спасибо большое, если поддержали. Если нет, уже программа есть в записи, и там есть все. Вот, значит, Александра Филипенко до Екатерины Михайловны Шульман, включая Матвея Гнопольского и многих других. Заходите посмотреть после ключевых событий, которые продлятся сегодня, ну, побольше часа, я уверен. Анализировать эти самые события будут с вами Игорь Яковенко и Сергей Давидис. Добрый день. Добрый день. Здрасте. Очень рад, что вы у меня в студии. Оба сегодня дебютанты. У нас обычно кто-нибудь есть уже опытный. Вот, а сегодня оба дебютанты нашей программы. Я надеюсь, все будет хорошо. Поставьте, пожалуйста, лайки. Обращусь я к тем, кто смотрит нас. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Программа «Ключевые события» здесь в 12 часов по-прежнему выходит. Видимо, будет выходить по пятницам. Чтобы не пропустить, подписывайтесь. Что вы... Каждый из вас считает ключевым событием на минувшей, ну, уходящей неделе. Игорь, давайте с вас начнем. На этой неделе я не могу одного события выделить. Я думаю, что здесь и саммит Россия-Африка, и все связанные с этим превходящие события, там, срыв зерновой сделки и прочее. Второе – это... Безусловно, приключения Пригожина в Белоруссии, связанные с этим, польский ответ, я думаю, что удары, постоянные удары по Москва-Сити тоже нельзя отбрасывать. Ну и сегодняшнее событие – это суд, впервые политический суд над Навального, поэтому он закрытый. 20-летний приговор, который, ну, он еще не... Это событие, это событие, ну, оно состоится, тут особых сомнений нет. Это на самом деле такое поворотное событие в судьбе Алексея Навального, хотя было с самого начала понятно, что он будет сидеть столько, сколько Путин будет в Кремле, но, тем не менее, это важная история, это поворот, потому что там... Ну, если мы будем потом об этом говорить, я тоже скажу. Да, мы вернемся ко всему этому. Ну, вот это четыре такие реперные точки, которые бы я прочертил, и вот из этого складывается такой, как мне кажется, такой вот, такая конфигурация. Это журналист Игорь Яковенко, что думает правозащитник и политик Сергей Давидис. Ну, честно говоря, вот сейчас такая информационная среда, что каждый новый день вытесняет то, что случилось вчера. Да, спроси меня, когда была атака дронов на Москва-Сити, я скажу, до неделю назад, не меньше. Ну, вот. Поэтому, поскольку я вот специально к этому вопросу не готовился, то я вот перебираю в голове события, и мне, конечно, ближе и важнее те события, которые касаются той сферы, за которой я слежу, политических репрессий. Mm-hmm. Из них первое, конечно, это вот то, которое еще предстоит, но суд, собственно говоря, идет, то есть это событие длящееся, но объявление приговора будет действительно ключевым действием. И если предыдущие приговоры как-то еще были рационально оправданы, то это уже как бы такое вот, в общем, достаточно рациональное действие, и это другой аспект его особости, отличия от других дел. С другой стороны, в этом сходство с делом Карамурзы, у которого в понедельник приговор оставили в силе. Другие репрессии, там продлили меру пресечения по делу Весны, продлили меру пресечения по делу Финиста Ясного Сокола. Ну и всего этого перечислить нельзя, но это вот репрессивная волна, которая была особенно, пожалуй, заметна на этой неделе ключевыми делами. И там, отказ в кассации Пивоварову, который на этой же неделе женился в колонии. Это все вот как бы такая картина сгущающихся репрессий, что ли. Давайте тогда, поскольку вы оба обращаете внимание на дело Алексея Навального, наша передача идет за несколько часов до вынесения приговора. Видимо, сегодня будет вынесено, поэтому мы как бы комментируем еще до совершения. И я заметил, Игорь, вы сказали про некую иррациональность. А в чем состоит иррациональность этого приговора в отличие от других? Это я помню. Да, на самом деле, Сергей, да, сказал. Я-то как раз, ну, я не знаю. Наоборот, рациональность. Нет, я просто не знаю, какие у вас тут порядки в этой студии. Значит, можно ли перебивать друг друга? И перебивать, даже материться, если вдруг захотите. Не захочу точно. Значит, у меня просто было желание задать
Сергею вопрос, в чем он видит рациональность. Вот, Сергей, просто я потом продолжу ответ на ваш вопрос, Александр, но вот мне казалось, что вот все, что связано с Навальным, с одной стороны, имеет рациональность и сейчас тоже, безусловно. Вот, но и соотношение иррациональности, оно до сих пор было примерно таким же. Интересно, откуда взялось вот что это? Я имел в виду, то есть репрессии по сути своей в общем рациональны, не только против Алексея, а в принципе система репрессий, они призваны контролировать общество, запугивать тех, кто под этот каток еще не попал, изолировать тех, кто представляет особенную угрозу, и к Алексею это особенно относится, и в этом смысле его первые процессы, они были направлены вот на это, на приостановку его деятельности, разрушение структур, на то, чтобы изолировать его, и тот срок, который он уже получил вот по приговору прошлого года, прошлого года, я на нем был свидетелем, он в этом смысле был вполне рационален. Добавление новых обвинений, оно имеет рациональный элемент, вне сомнения, потому что невозможно преследовать людей по делу об экстремистском сообществе, а это вполне рациональная задача, запугивание людей, отвращение их от какой-то публичной активности, от участия в организованных оппозиционных структурах, но и невозможно не преследовать самого Навального. Но к этому пристегнуто еще 6 обвинений, то есть, и мы знаем, что за ними еще следом идет обвинение террористическое. Вот это элементы рациональности, и в этом смысле тут только, наверное, сделан Владимира Карамурзы. Это может сравниться, в котором тоже элементы рациональности велик. То есть вот это не чисто функциональное преследование, элемент такой, конечно, есть, но элемент вот такой рациональной злобы, мести, демонстративной жестокости, которая избыточна. То есть, ну что, человек получил 9 лет, он сидит. Кого можно запугать тем, что ему еще добавить? Кто скажет, ну, на 9 лет-то я согласен, так и быть, я возглавлю оппозиционную структуру, ничего страшного. А вот 20, да, это уже слишком, я не буду. Ну, нет же. Там есть некоторые вещи, которые меня заставляют все-таки не согласиться с вами, Сергей, потому что там есть вот такая вот, знаете, это вот кафкианская логика во всем этом, потому что это же не просто 20 лет, это 20 лет по таким статьям, по которым положено сидеть в колонии для пожизненных, значит, это совсем другая колония. Обратите внимание, там сразу несколько вещей добавляется. Это, во-первых, закрытый суд. То есть, если все предыдущие дела по, да, там, по Иф Роше, по всему остальному, это были открытые суды, и Навальный реализовывал свою функцию лидера протеста, обращался к народу, он постоянно, так сказать, контактировал с адвокатом, давал интервью там и так далее. То есть мы слышали голос, и это была важная составная часть. Это, ну, в какой-то степени объясняло, ну, хотя, в общем-то, это вечный спор, правильно или неправильно сделал, что вернулся, понятно все, но тем не менее это было, ну, какое-то вот, он был каким-то знамя. Сейчас все, сейчас его закроют в колонии для, значит, в закрытой колонии для пожизненной, где сидят, значит, маньяки, убийцы и так далее, и все, и, в общем, с ним уже контакта не будет, поэтому здесь рациональность есть, то есть устранение политического противника вообще, в принципе, из публичного поля. Так что вот и закрытый процесс, то есть все, мы не услышим. У него же очень сильное оружие было в тюрьме, это его выступление, его последнее слово, там, это все было. Ну, насколько я понимаю, оно опубликовалось? Оно публиковалось, но здесь-то этого ничего не будет. Здесь оно не, оно опубликовано. Нет, ну это понятно, но сейчас закрытый суд, понимаете, сейчас закрытый процесс. Закрытый процесс, мы оттуда ничего не узнаем. Вот сейчас идет закрытый процесс. Да, нет, я имею в виду с нынешнего процесса, последнее слово было опубликовано. Последнее слово опубликовано, да. Но больше ничего, да. Больше ничего мы и не услышим. И приговоры все. Мы больше ничего не услышим. То есть его закрыли по-настоящему. Вот слово, глагол «закрыли», он приобретает уже такой вот вполне себе окончательный смысл. Больше, если я правильно понимаю дальнейшие последствия, мы не услышим никаких, так сказать, импульсов, никаких слов от Навального. То есть это в этом
Есть рациональный смысл. Я вот тоже позволю себе возразить коротко. С одной стороны, как бы, конечно, элемент рациональности, значимый элемент рациональности в преследовании Навального есть. Просто элемент рациональности, на мой взгляд, тут существенно больше. Вот именно эмоциональный какой-то такой понятийный ответки, да, они считают нужным его прессовать и давить не просто потому, что хотят, потому что они его, потому что он их злит. Но в колонии, в любой колонии, как бы есть право свидания с адвокатами. Оно исключительно ограничено у Навального сейчас в колонии. Господи, режима. В колонии нынешнего режима, в котором он содержится, в Мелехово, оно будет ограничено и в той колонии, в которую он попадет в связи с новым приговором, но совсем лишить его, я думаю, что они не смогут. То есть эти каналы очень кривые, они и так, единственный канал – это адвокаты. Режим писем принципиально не отличается. Опять же, ему сейчас эти письма не дают писать, не дают получать. Ну, также ограничивать его могут сверх всяких установленных законом ограничений и там. А суд, ведь мы же говорим про то, что само преследование вот имеет этот элемент рациональности, а то, что суд закрытый, к сожалению, это стало стандартной практикой. И у Карамурзы, и у Яшина он был закрыт. Это элемент новой реальности. Там, где в суде некий трибун, который может что-то сказать, или дело уж совсем кривое, и будет совсем очевидно, если оно будет публичным, насколько оно кривое? Не-не, если нет, общество... Очевидность кривизны уже давно никого нет, не пугает. Нет, закрывают дела и гораздо меньшего уровня, где нет трибуны. Это верно. А вот именно такие, которые уж совсем шиты белыми нитками. Где, вот если про это написать, это все равно будет заметна несправедливость. Зачем? Я просто хочу обратить внимание на то, что это первый политический Игорь процесс. Простите, Бога ради. Я просто объявлю, и вы все скажете. Мне интересно, что думают наши зрители. Я сделал такое голосование. Как вы считаете, чего больше в новом приговоре Навальному? Еще больше ограничить Навального, желание, то, что говорит Игорь Яковенко, или отомстить Навальному, то, что говорит Сергей Давидович? Я, извините, немного сократил ваш формулировок, просто не влезают иначе. Извините, Игорь. Да я все сказал. Просто я думаю, что это, поскольку это первое политическое дело, ведь до сих пор Навального судили не за то, что хотели судить, а там было определенное лукавство. Его судили по экономическим преступлениям, украл весь лес, там, в общем, короче говоря, съел все донаты и так далее. То есть, а сейчас это впервые политическое дело, открытое, в этом смысл, понимаете? И именно закрытие политического дела – это важно, потому что на самом деле, как бы, вот одно дело, когда он по экономическим делам что-то говорил, это все-таки было, ну, такое. А тут по политическому делу человек выступит просто как трибун и… По полной программе, это уж, что называется, трибуны ему предоставлять здесь нельзя. Поэтому, я думаю, это важный поворот. Это эволюция, к сожалению, репрессивной системы в условиях войны общая. Предыдущее политическое дело, все-таки это были донаты на политическую деятельность, и в суде обсуждалось не расходование, потому что там не было предмета обсуждения, они же не доказывали, куда он эти деньги дел, да? Они просто говорили, не туда, и, соответственно, не было предмета спора о фактах. Обсуждалась политика, обсуждалось, можно ли собирать средства на избирательную кампанию до того, как она объявлена, еще какие-то вещи такого рода, его политическая деятельность, на которую эта деятельность была, там было оскорбление ветерана, которое тоже, очевидно, имеет элемент политический в своем составе. Но да, конечно, тут дело чисто политическое вот по своей природе. Значит, у нас голосование точно так же разделилось, примерно как и вы в этом смысле. Считают, что еще больше ограничить Навального хотят власти этим делом, этим приговором. Ну, скорее, больше. Да, понятно, что там может быть и то, и другое, но большее желание. Еще больше ограничить Навального. 48% отомстить Навальному 52%. Процента. Ну, я еще пусть повисит голосование, ничего страшного, потом еще раз к нему обратимся. Не думаю, что сильно поменяется. Помимо того, что происходит с Алексеем Навальным, я знаете, на что обратил внимание. Может быть, это случайность, может быть, не сейчас это началось. Но на этой неделе как-то много новостей, связанных с применением насилия или, ну, чем-то таким криминальным со стороны тех, кто возвращается с войны. Обращают внимание на то, что 17 человек с начала года были убиты, и в этих убийствах обвиняются
люди, которые вернулись с войны. Дел стало гораздо больше вот, рассматриваемых в отношении тех, кто вернулся с войны в последние месяцы. Ну вот примерно так. И в самой даже армии солдаты избивают друг друга, не доехав до фронта, и дела тоже, это фиксируется по делам, которые проходят через суды. Здесь есть ли какое-то, новое такое ключевое явление, или мы, или просто я, или мы там обратили внимание на это только сегодня? Игорь? Ну, я думаю, здесь все очевидно. В общем-то, впервые вот, ну, в таком масштабе уголовники напрямую привлекаются к военной службе, призываются на фронт. Да, помним все Вторую мировую войну, призывы уголовников, штрафные роты, штрафбаты и так далее, все это было, но вот так, чтобы напрямую привлекали в частные военные компании, миловали, там процедура совершенно другая, по сути дела, персональными указами президента под диктовку Пригожина, уголовника Пригожина, осуществлялось помилование в массовом характере, и все эти люди возвращались домой, те же самые убийцы, которые возвращались в те самые населенные пункты, где они совершали свои преступления. Этот ужас, который описывается, когда люди, жертвы, родственники жертв этих убийц, видят, что этот человек возвращается уже в ранге героя, и потом снова совершают преступление. Это, конечно, вот, ну, классический вариант холодного лета 1953 года. Фактически все это было описано, но здесь еще это в масштабе, в огромном масштабе, и это чудовищная, конечно, история. Но самое главное, что это раскаты того грома, который приближается, потому что когда все это в результате неминуемого поражения, это будут уже сотни тысяч людей, которые очень мало уже отличаются от уголовников, потому что они прошли школу убийства, они прошли школу садизма, и все это, и плюс к этому это будет еще помножено на ресентимент, то есть они будут ощущать, так сказать, то, что они их послали, там, они потеряли там, значит, боевых товарищей, а вот это вот все отсиживалось в тылу, вот это вот все. Вот все это хлынет в российские города, на российскую территорию. Я думаю, что это будет очень тяжелая история. Я думаю, что такого Россия еще не испытывала. Ну, может быть, там, я не знаю, смутное время, 17 век, может, еще что-то. Это, что называется, ощущение тех времен пока трудно передать. Но вот то, что будет происходить в России в результате того, что вот в результате, во-первых, использования уголовников, а во-вторых, так сказать, ну вот такого состояния после поражения, это будет очень тяжелая история, очень тяжелая. Мне кажется, тут еще что добавляет, так сказать, определенного ужаса, это то, что люди, которые прошли войну, мало того, что героизируются, а еще и война считается там, ну, в случаях совершения каких-либо преступлений смягчающим обстоятельством. Они избегают ответственности, и это тоже, как мне кажется, рождает безнаказанность. И не только безнаказанность, но и наоборот, как бы стимулирует людей к тому, что им все можно, им абсолютно все можно. Выявлена новая какая-то новая страта людей, которые теперь претендуют на то, чтобы быть сохозяевами жизни, или во всяком случае. Честно говоря, мне кажется, это исключительно временная ситуация. Да. Эти люди для режима пушечное мясо. Оно никакой элитой на самом деле их делать не собирается. Элитой точно. И в той мере, в какой, и в том числе, если оно будет воспринимать их как угрозу, если это будет угроза социальной дестабилизации, да, в той мере, в какой-то будет массовым явлением, я думаю, что их будут
репрессировать абсолютно жестоко. Не в этом. То есть сейчас, да, это выглядит так. Но я думаю, что не в этом проблема. Проблема в том, не только и не столько, может быть, даже в Вагнере и в вербовке заключенных, хотя это, конечно, усугубляет проблему, а, как вы совершенно справедливо сказали, сама война, причем война, ну вот в Буче там же не Вагнер стоял, да, это были контрактники, это обычные войсковые части. То, из кого формируются добровольческие части, ну вот контрактники, добровольцы, уже непосредственно после начала войны, это ведь большой частью люди из тех мест, где вот эта этика не служил ни мужчина, не сидел ни мужчина, она как бы исключительно распространенная. То есть они, даже если они сами не сидели, они эти принципы несут с собой. И поэтому, когда они вот ощущают себя хозяевами жизни, вернувшись с деньгами, они как бы чувствуют себя свободными делать то, что раньше считали невозможным для себя. Невозможным, потому что боялись, например, да, но что для них вообще естественным и правильным. Так должны себя вести хозяева жизни, которыми они там себя короткое время ощущают. Проблема вот именно в этом, мне кажется, в войне как таковой и в том, как формируются эти части российской армии, помимо мобилизации. И эта проблема усугубляется, конечно, вербовкой заключенных, но не только и не столько в ней она. Не изменился у нас расклад по Навальному, так и оставляю 42%, в смысле 40, а, не изменился, 42% считают, что еще больше ограничить Навального, отомстить Навальному 57%, чуть-чуть сместился, но в принципе напополам нет такого какого-то однозначного превышение. Это к нашей предыдущей теме, если кто вдруг только включился и пропустил, а к нам присоединяются все новые и новые зрители, спасибо им большое. Как по-вашему, что стоит за волной поджогов военкоматов, которые она не первая далеко, просто на этой неделе как-то они уж очень кучно, очень мощно. Что думаете, Сергей? Ну, поскольку у нас нет доступа к материалам дел, мы имеем вот какой-то такой новостной поток, в котором действительно звучат дела, звучат какие-то сведения о манипуляции, обмане, мошенничестве и так далее. Ну и контингент людей, которые не принадлежат какому-то протестному сообществу, их возраст, он скорее говорит действительно, что вот не то, что они вдруг ощутили несправедливость войны и решили таким образом выразить протест, что был, и более того, ведь общая тенденция была к снижению числа поджогов, тем не менее, то есть был всплеск в начале войны, был там всплеск были после мобилизации. Там же были идейные люди. Да, естественно, это был как бы вот именно форма протеста. И этот вот идейный протест такого рода, он постепенно снижался, ну это объяснимо, да, те, кто хотели, это сделали, ничего такого нового, чтобы людей, которые до сих пор этого не сделали, не случилось, чтобы их заставило. А когда такой всплеск, да еще из людей, которые ну, явно не принадлежат к сообществу протестующих, действительно, наверное, какими-то внешними факторами вызван. Но, к сожалению, если вот такое количество людей можно манипуляциями побудить, поджечь военкоматы, то это об обществе говорит, не говорит ничего хорошего, я бы сказал. А если разными какими-то другими манипуляциями можно заставить большинство населения России поддерживать войну. Ну, то есть, это я к тому, что там с целой страной производят различные манипуляции, и она как зомбированная абсолютно. Не все население, но какая-то прямо ощутимая часть. Стоит ли удивляться десяткам несчастных пенсионеров, которых... С одной стороны, я думаю, что это связанные вещи, хотя, конечно, тут вот есть поле для работы социальных психологов, психологов и людей, которые будут более подробно изучать механизмы эти. А с другой стороны, все-таки манипуляции с населением в целом, они основаны на аппарате государственного принуждения, они основаны на тотальной монополии на пропаганду, тогда как вот с этим конкретным человеком, да, то есть, ну, кем ему там представляются, как ему дают, то есть, ну, ситуация невынужденная, и всякие бывают люди, но когда это такой массив, десятки людей, да, причем одновременно, это выглядит все-таки каким-то новым качеством способности к оболваниванию. Игорь, что думаете по этому поводу? Кто стоит за всей этой вы знаете, историей? Вот, давайте просто разберем эту ситуацию с точки зрения
с точки зрения информационной, что нам всем ближе. Да? Давайте, да. Значит, что мы имеем? Вот какие, на какие факты мы опираемся? Мы опираемся на следующие факты. Российские государственные СМИ утверждают, что за всем этим стоят некие украинские инструкторы, которые, значит, звонят и от имени там чего-то, значит, манипулируют пожилыми людьми и заставляют их поджигать военкомат. У меня вопрос. Мы так сильно доверяем российским государственным СМИ? Они всегда говорят правду? Мне кажется, мы вот именно в этом посыле российских государственных СМИ, мы даже не обсуждали его. Его как бы не было... Нет, а источник информации о том, что... Его не было на столе. Нет, на столе было следующее, что вроде бы информация такая, что эти люди, они следуют какому-то зомбированию, что их кто-то инструктировал. И так далее. Да, на столе вот это. Да. Откуда этот источник информации? Это из государственных СМИ? Исключительно, правда? Которые работают так сказать, абсолютно под контролем. Да. Или по... Значит, поэтому вообще я изначально не доверяю вот этой информации. Понимаете, вся наша информация основана на крайне ненадежном источнике. Поэтому я вообще предпочитаю все-таки поначалу, если появится какое-то серьезное расследование, которым мы все сможем доверять, тогда стоит рассуждать об этом. А пока эта история, вот я бы ее просто со стола убрал, потому что я не понимаю, о чем говорить. У нас есть некоторые факты действительно поджогов военкоматов, разные факты, разные события, но вот той информации, в которую нас ведь загоняют сейчас, похоже, в определенную трактовку. Что это, значит, ну кто? Это враги, это украинские, значит, неонацисты. Они заставляют бедных российских пенсионерок поджигать военкоматы. Тем самым вообще дискредитируют само вот этот, сам этот вид протестного движения. И по сути дела, так сказать, ну вот нас загоняют в эту историю, чтобы мы начали на эту тему рассуждать. Что вот у нас зомбированное общество и так далее. То есть, кто зомбированное общество? Те, кто занимаются протестными акциями. Я, например, поддерживаю... Я не считаю, что с помощью поджогов военкоматов можно, так сказать, остановить призыв, остановить войну. Но я поддерживаю любую протестную активность, в том числе и поджоги военкоматов. Не считая их какими-то радикальными вещами. Это примерно то же самое, что одиночный пикет, что, так сказать, вот человек, который написал у себя на доме «нет войны», поджег военкоматы, это, в общем-то, движение в правильном направлении. Конечно, этим войну не остановишь, но вот вся эта акция, информационная атака, она связана с дискредитацией любого протестного движения. Вот и все. Поэтому я считаю, что, так сказать, ну... Безотносительно, я просто хотел уточнить, безотносительно всего остального, сам по себе способ протеста, не кажется ли вам общественно опасным? Несколько квадратных метров линолеума там пострадало, окно пострадало. Ну, может пострадало, может, не обязательно. Ну, я к тому, что потенциально он опасный. По количеству, по какому-то эмпирическим путем выведенному числу происшествий, мы не можем говорить, что он безопасен. Нет, подождите, одну секундочку. Там пострадали какие-то люди, есть жертвы. В одном случае, по-моему, пострадал кто-то. Нет, ну еще раз, смотрите, значит, идет война. Это антивоенное действие. Значит, когда это антивоенное действие направлено в правильную сторону, направлено против... Военкомат, строго говоря, это объект вполне законной цели для, так сказать, ударов со стороны, скажем, украинской армии. Это законная цель. Это абсолютно законная цель. Поэтому если мы настанем... Здесь мы переходим к другому вопросу, более общему. Вот с моей точки зрения, мне кажется, это самый главный вопрос. А кто такой сегодня российский оппозиционер? Вот я сегодня это определяю совершенно однозначно. Мы проскочили тот момент, когда российский оппозиционер, это был человек, который говорил, что Крым наш. Который отвечал, вернее, Крым украинский. Который правильно отвечал на вопрос, чей Крым. Все, это уже не критерий. Мне кажется, что сегодня российский оппозиционер
Это человек, который твердо говорит: я желаю поражения российской армии. Я желаю разгрома российской армии. Мне кажется, что вообще оппозиционера через украинскую призму определять довольно своеобразно, потому что оппозиционер, как мне кажется, это тот, кто выступает против нынешней власти и борется за власть, так сказать, и намеревается ее так или иначе перехватить. Вот. Собственно, и все. Его отношение к остальным факторам, это, наверное, тоже важно, но они, является ли оно определяющим? Ну, для меня является. Для меня является определяющим, и для меня является сегодня отношение к войне главным. Сегодня война – центральное событие. И на сегодняшний момент, если вы говорите, что оппозиционер – это тот, кто критикует власть и желает ее перехватить, то тогда с вашей точки зрения это можно, это понятная позиция. Ну, но как, мне кажется, это просто определение, да, такое, нет, классическое. Это, я, ну, опять-таки, это определение классическое, но сегодняшняя ситуация диктует наполнение конкретным содержанием. И поэтому для меня сегодня оппозиционер – это тот, кто желает поражения своему, ну, не государству, государства у нас нет, а своей стране. Своей стране, своей армии. Вот это оппозиционер. И, значит, если перехват власти, ну, там есть какие-то люди, например, там, возможно, в том числе и в Государственной Думе есть какие-то люди, которые думают о том, чтобы стать властью, но они не оппозиционеры. Они не ведут политической деятельности в этом направлении. Ну, как вам сказать, значит, вот будут, там, это вопрос имитации, вопрос, там, каких-то других вещей, там, были какие-то люди, так сказать, которые пытались это делать, но они не оппозиционеры, с моей точки зрения, точно так же, как... Я не думаю, что мы будем правы, если мы назовем, например, там, Гиркина оппозиционером, который явно критиковал еще как российскую власть и, в общем-то, говорил о том, что, ну, наверное, так сказать, в какой-то момент готов будет бороться за нее. Вот, мне кажется, что оппозиционером является тот человек сегодня, который желает поражения в этой войне. И с этой точки зрения я считаю, что любые действия, которые направлены на поражение российской армии, на поражение России в этой ситуации, это и есть оппозиционер. А все остальное это как бы это уже имитация. Сергей, так сказать, имеет опыт политической деятельности довольно большой, поэтому я думаю, что может запросто присоединиться к дискуссии. Это, мне кажется, немножко схоластический спор, терминологический, потому что действительно оппозиционером можно назвать кого угодно, и вы вольны считать оппозиционером кого хотите. В этом смысле я не совсем согласен и с вами, Александр, потому что в нынешней ситуации отсутствие политических механизмов, как борьбы за власть, говорить, конечно, можно все что угодно, но по сути никто не борется за власть реально. И скорее мы говорим об оппозиционерах, как о людях, которые противостоят режиму в его ключевых характеристиках. Действительно, война в этом смысле, ну вот, ключевое действие режима, определяющее, и не может быть оппозиционером реальным тот, кто не содержательным. В каком-то смысле и Стрелков, вне сомнения, оппозиционер. В каком-то смысле, наверное, и Пригожин оппозиционер, поскольку они так или иначе оппонировали властным структурам. Но в том смысле, в котором мы это обсуждаем, конечно же, человек, который не выступает против войны, против агрессии, он не может быть оппозиционером. Говорит ли он? И тут как бы вопрос просто логики, да? Что значит выступать против войны? Это значит, в общем, конечно же, рассчитывать на поражение российской армии. А как не, еще? Не факт. Не факт. Абсолютно не факт. Вот вам конкретный пример. Ну, просто чтобы... Понимаете, это не абстрактный разговор, это не разговор о словах. Это разговор о поступках и о нашем понимании того, что происходит. Вот вам куча примеров, когда человек выступает против войны, но не желает поражения своей стране. Явлинский Григорий Алексеевич. Он против войны, он за мир, но он категорически не выступает за поражение своей страны. Например, та же самая Евгения Марковна Альбац, которая заявила, я не знаю, там, может быть, у нее позиция изменилась, но она заявила публично, что она не желает поражения российской армии, и заявила о том, что я верна своему флагу. Это другая позиция, понимаете?
Ну, про флаг там уже были пояснения. Ну, хорошо, но это было сказано, понимаете, это было сказано в прямом эфире, так сказать, это все видели. Пояснение, да, я в курсе, но тем не менее, мы сейчас не персональное дело Альбас разбираем, но вот вам целостная, последовательная позиция Явлинского. Он против войны, он оппозиционер, который хочет прийти. Он, что, скажите, что Явлинский не хочет прийти к власти? Он хочет, он заявляет, он для этого партию создал. Хочет, ничего он для этого не делает и не может, главное, сделать. Но это не имеет значения, это же другой, согласитесь, это подмена тезиса. Это другой вопрос. Хочет, может, это другая история. Но Явлинский твердо говорит о том, что вот я хочу прийти к власти, я заявляю о политическую альтернативу. Я вас уверяю на 99%, что если мы доживем до выборов 2024 года, то и Григорий Алексеевич Явлинский, и Ксения Анатольевна Собчак будут кандидатами в президенты. К борьбе за власть это отношение не имеет, согласитесь. Если Григорий Алексеевич и Ксения Анатольевна, это что, не так плохо? А вот не пришлось бы выбирать между Михаил Михайлович Мишустин-то, я не помню, как он. Общество. Вот, да. И, соответственно, Сергей Сергеевич. Ну, я думаю, что это... Сергей Семенович. Сергей Сергеевич тоже хотелось бы, конечно. Это, я думаю, что не научная фантастика, потому что, так сказать, если Путин в это время будет находиться у власти, то ни один из этих людей близко не будет подпущен к выборам. Я сейчас все-таки не об этом. Понимаете, вот критерий, опять-таки, значит, быть против войны и быть оппозиционером, с моей точки зрения, я никому ничего не навязываю, просто обозначаю ее. Мне кажется, это разные вещи, потому что, ну вот, Григорий Алексеевич Явлинский против войны, Ксения Анатольевна Собчак против войны. Собчак оппозиционер? Это вопрос, ну, она не вообще как бы не общественный деятель, я бы сказал. Не, ну, она вполне. Ничего мне себе, кажется, она позиционирует себя как ничего себе не оппозиционного общественного деятеля. С ее точки зрения, мы с вами не общественные деятели, потому что у нее аудитория гораздо больше. Значит, она открыто выступает против войны, она за мир вообще, за все хорошее, против всего плохого. Не, ну что это значит? Но главный же вопрос в том, что она не желает поражения своему правительству, своей армии. Вот в этом, вот это водораздел, это, мне кажется, важно, понимаете? Собчак, на мой взгляд, как бы это особая история, это такой все-таки фейковый персонаж в смысле общественной деятельности, да, который пытается... Но не фейковый в смысле влиятельности, да, аудитории. Да, 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 да. В любом случае. Но как бы ни относились. Мы, говоря о людях, которые находятся в России, должны понимать, что они просто не могут публично сказать, мы выступаем за поражение нашей армии, поскольку это просто технически приведет их в тюрьму немедленно. И да. Это надо иметь в виду. С другой стороны, говоря о том, оппозиционер, не оппозиционер, вместо вот, вывешивания этого лейбла, нам стоит говорить, какие последствия у этого. Да? То есть там, с этим человеком не надо взаимодействовать, с ним не надо соглашаться в каких-то вопросах. Конечно, с Явлинским, когда он говорит, остановитесь, прекратите, остановитесь там, где стоите, а дальше разговаривайте, конечно, согласиться невозможно. Разумеется, он абсолютно не прав в этом. Но в каких-то моментах, конечно, с ним можно согласиться, когда он говорит о том, что это диктатура, что это неправые законы и так далее. Когда он таблицу умножения... Таблицу умножения не оппонирует режиму, а критика репрессий оппонирует режиму все-таки. Тут есть некоторая разница. Когда он критикует военные преступления, ну, в той мере, настолько умеренно, насколько это возможно внутри Российской Федерации. Поэтому все-таки этот разговор схоластический. Что вы собираетесь делать с теми людьми, которых называете оппозиционерами? Ничего. Ничего. Что значит? Нет, называете кого-то оппозиционером. Нет, подождите. Выстраивая на свою картину мира, важно договориться о том, что включает в понятие. То есть, например, собираясь на какие-то форумы, общаясь, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И вообще уточнение картины мира – это полезная работа. Давно на форумах с Григорием Алексеевичем-то были? С Григорием Алексеевичем нет. Я был на форумах с такими людьми, как, например, Кирилл Рогов, который еще занимает такую достаточно очевидную позицию, что нельзя допустить поражение путинского режима. Вот с Кириллом Роговым, да, честно говоря, не слыхал от него. Ну, напрасно. Попробуйте посмотреть стенограмму вот этих вот брюссельской встречи. Там выступление Кирилла Рогова было одно из самых ярких.
И как раз он выступал за то, что категорически нельзя допустить разгрома путинского режима, потому что и далее объясняют, вот не дай бог, так сказать. Но насколько я понимаю, Кирилл Рогов политолог, да, в любом случае, а не деятель оппозиции. Ради бога, извините, а вот сейчас вообще у нас есть, здесь я согласен с Сергеем полностью, у нас все, вот, кто сегодня называет себя политиками, там тот же самый Ходорковский, Каспаров и так далее. Нет же политиков, потому что я согласен с Сергеем, что никто же реально сейчас за власть не борется. Все практически люди, которые называют себя политиками, они, по сути дела, эксперты, они консультанты, они такие же журналисты, как и мы с вами, такие же журналисты. Они на сегодняшний момент не имеют возможности участвовать в выборах, они не имеют возможности заниматься политической деятельностью в России. Они все журналисты. Поэтому разница между Гарри Каспаровым, например, Михаилом Ходорковским и Кириллом Роговым, она только в самоидентификации. Согласны, Сергей? Ну, в общем, скорее согласен. Когда вот делят искусственным образом на политиков, вот так говоря, да, что там Каспаров, Ходорковский – это политики, а вот есть какое-то отдельное от них гражданское общество. Ну, да, которое себя уже тоже в большей степени позиционирует как политик, но по большому счету… позиционирует как политик. Ну да, пришло. Так вот, не между ним разделение, а между вот тем, что маркируется как некое гражданское общество, которое вот не декларирует, что оно борется за власть. Да какая разница, кто что декларирует? Реально никто не борется, потому что нет механизмов и инструментов. А то, что делают, оно в равной степени может способствовать поражению этой власти, независимо от того, кто как себя маркирует. Но только я все-таки хотел не согласиться с уважаемым Игорем. Тут есть большая разница. Во-первых, я слышал выступление Кирилла Рогова, и это, оно не совсем таково. Оно было именно экспертным, аналитическим выступлением. Оно выражало мнение о последствиях, которые могут произойти в случае там катастрофического поражения режима. Это не было, как бы сказать, выражением его воли, да, что вот и главное тут в мотивации. Когда вы говорите, это моя страна, поэтому, хотя она там трижды не права, я не хочу, чтобы она потерпела поражение, вот это то, что позволяет нам говорить, нет, этот человек там, пусть как, используя вашу терминологию, хотя в ней в данном случае содержание, если не определять, не так много, не является оппозиционером. Но когда человек говорит, мой анализ меня приводит к тому, что вот это и это будут негативные последствия в случае там, катастрофического поражения, а если поражение будет не катастрофическое, то это будет там, лучше для страны и окружающего мира. Ну что, ну если его логика, анализ и знания подводят к этому выводу, он имеет право на такое мнение. Это не вопрос маркировать или не маркировать его оппозиционером. Это вопрос его интеллекта. Нет, ну это же на самом деле, вот здесь как раз игра словами. В данном случае, когда человек в результате своего анализа приходит к тому, что поражение путинского режима, поражение России нежелательно, то не имеет значения, хочет он этого или не хочет. Вот его анализ привел к этому. Значит, ну в данном случае никто же не лишает его права. Понимаете, никто не лишает его права. Есть люди, которые считают, искренне считают, что путинский режим на сегодняшний момент – это лучшее, что может быть. И их анализ к этому приводит. То есть такие люди, которые считают, что не надо трогать Путина, потому что иначе там вот сзади придет Гиркин, Пригожин и так далее. Но эти люди не оппозиционеры, потому что их анализ приводит к такому вот выводу. Они себя в этом убедили. Что там внутри, какие мотивы? То ли просто это способ выжить в этой стране, и они так объясняют себе, это коррупция сознания, или это искреннее заблуждение, или это просто человек-конъюнктурщик и так говорит. Это в данном случае не важно, он так говорит, и он не оппозиционер. Вот и всё. Тут есть две большие разницы, как говорят. Вот те условные люди, о которых вы говорите, они приходят к выводу, что режим нужно сохранить. Позиция Рогова противоположная. То есть он говорит о том, что поражение, вот катастрофическое военное поражение России обеспечит лучшее сохранение этого режима и продолжение его статуса угрозы миру в будущем. Можно спорить с его аргументами. Но вообще говоря, если уж вы говорите, что такое оппозиция, то оппозиция – это что-то, что противостоит
политической системе, режиму, существующей власти. А не, если можно отделить конкретное действие от самой власти, то все-таки первично сама власть, а не конкретное действие. То есть, разумеется, одобряющий войну человек, это ключевое событие, не может маркироваться как оппозиционер, но оттенки тут некоторые возможны. Здравый анализ возможен. Просто поклясться, как бы так сказать, в символ мира, что там, не знаю, есть не будем, пока не знаю, не уничтожится российская армия. Какой в этом смысл-то? Рогов на это не влияет. Нет, смысл только один. Смысл – это вектор направления действий. Смысл – вот из этого вывода следует, что надо делать. Вот если мы исходим из того, что поражение российской армии – это цель, то тогда поджоги военкоматов – это маленькое движение в эту сторону, тогда помощь русскому добровольческому корпусу – это в эту сторону. А если мы считаем, что нет, если мы считаем, что нужно, так сказать, сохранить это государство, потому что иначе оно обрушится и будет плохо, ну тогда это другая история. То есть, условно говоря, из одного анализа, из одного вывода следует поддержка Украины, поддержка вооруженных сил Украины, попытка воздействовать, ну кого что можно, кто там, на какое так сказать, поле может воздействовать. Попытка, кто-то может вести переговоры там с западными министрами, с западными президентами и пытаться склонить их к тому, чтобы Украине давали больше оружия, но это следствие определенной позиции, вот, либо поражения России, либо не поражения, и каким-то другим способом, там, способом Явлинского требовать немедленного остановки войны, или еще какие, или Рогова и так далее. Ну, это водораздел. Правильно я понимаю, что бывает в данном случае идеологически верный политический анализ, идеологически неверный политический анализ? Нет, нет, вы неправильно понимаете. Дело в том, что, понимаете, политический анализ – это вы сейчас строите некую модель, когда у человека, значит, есть какой-то отдельный от политических ценностей отдельный политический анализ. То есть, условно говоря, вот как устроен политический анализ? Политический аналитик – это не марсианин, который прилетел и который смотрит откуда-то из космоса за тем, что, как вот эти вот мелкие букашки на Земле ползают. Это человек, который живет на Земле и который принимает ту или иную точку зрения. То есть, условно говоря, за кого вы анализируете? То есть, сначала, первично ценности. И человек изначально, прежде чем заниматься политическим анализом, у него не ампутированы ценности в голове. Не происходит трепанация черепа сначала, и изымаются у политического аналитика политические ценности и ориентации. Они вплетены. И есть политические аналитики. Ну, например, кто назовет идиотом господина Караганова? Ну, человек, который признавался, так сказать, одним из сотни ведущих интеллектуалов мира. Значит, этот человек заявляет о том, что нужно кинуть атомную бомбу на какую-нибудь европейскую страну. Значит, и это результат его политического анализа. Потому что изначально у него имперские ценности в башке. И он включает политический анализ для того, чтобы эти имперские ценности защитить. А, скажем, другой человек, которого включали тоже в, значит, топ-100 ведущих аналитиков мира, Гарри Каспаров, у которого антиимперские ценности в башке, и он включает свой политический анализ для того, чтобы эти антиимперские ценности защитить. Или Пиантковский, ну, тоже, в общем-то, человек достаточно умный. У которого изначально политический центр. То есть здесь структура сознания у человека. То есть в начале ценности, в основе ценности, а дальше уже за кого эти ценности работают. Ну, это так устроено. Если позволите, я все-таки добавлю 5 копеек. То есть, с одной стороны, разумеется, действительно анализ основан на ценностях, но с другой стороны, нельзя переворачивать кверху ногами эту пирамиду и говорить, что если анализ привел к результатам, которые не отвечают ценностям, да, вот эти ценности, он неправильный. Ну, как бы, возможно, негативные прогнозы. Всякое, конечно, может быть. Конечно. И в этом смысле может быть, что какие-то действия приведут к тем результатам, которые нам
нам не нравится, и трезвый, честный анализ должен к ним привести. Когда вы говорите о ценности, сравнивая конкретных людей, да, Караганов хочет величия империи, сохранения этого режима, и в этом смысле цели, которые он в результате своего анализа хочет достичь, анализирует возможности достижения этих целей, они нашим не соответствуют. Когда Явлинский говорит, что нужно остановить войну, да, он говорит, что любая жизнь, слезинка ребенка, важнее, что на самом деле не учитывает того, что люди живут в рабстве, что люди находятся под угрозой пыток и подвергаются пыткам, что люди погибают на оккупированных территориях. Набор ценностей, связанных с достоинством, которые только сами люди, которые готовы свою жизнь положить ради достоинства, могут решить, готовы они этим заниматься или нет. Не ему решать и не нам. Да, тут действительно есть некоторое ценностное различие. Когда мы говорим о Рогове, ну вот пример, поскольку был его пример, не его личное дело, да, то есть очевидно, что он так же, как Каспаров или Пиантковский, или вы, или я, хочет, чтобы вместо этого режима в России был демократический режим. Да, он также хочет, чтобы Украина победила, освободилась от агрессии, освободила свои территории. Сомнений по этому поводу нет. Основанно на этих ценностях анализ приводит его к тому, что тотальный разгром России, я даже не помню детали, но вот как вы сейчас цитируете, да, что тотальный разгром России приведет к сохранности этого режима в большей степени, чем неполный. Нет, не так. Не, совершенно не так. Ну, там другая история. Понимаете, вот, во-первых, вы как бы приписываете человеку ценности. Это же другая совсем история. Значит, то есть есть люди, которые, в принципе, ну, там и здесь и профессиональная деформация тоже присутствует. Понимаете, вот тот же самый, вы сейчас сказали о Каце, например, там туда же можно и Каце, и Волков, и так далее, и вся вот эта вот ФБК без Навального, которая совершенно в другую сторону идет сейчас, на мой взгляд. Но это люди, которые, в принципе, Григорий Алексеевич Явлинский с самого начала был против распада Советского Союза. Причина очень простая, потому что его профессиональные интересы, 500 дней, они писались про Советский Союз. И он был, так сказать, внутри Советского Союза зампредседателя Совмина РСФСР. И поэтому он изначально был против распада Советского Союза. И дальше он пытался все это реализовать в рамках вот той системы, которая есть. И поэтому он в принципе против, он внутри, он сохраняет партию для того, чтобы реализовываться внутри этой системы. То есть для него это среда его обитания. Ему в личных интересах невыгодно поражение России, потому что дальше начинается какая-то другая жизнь, в которой он не будет востребован. Точно так же для многих политологов и политтехнологов, которые заточены на выбор, они мечтают в том, чтобы все-таки в любом там тушкой, чучелкой, но каким-то образом вернуться в Россию и принять участие в выборах. Обратите внимание, вот сейчас вот электоральные мероприятия, которые будут вот этой осенью происходить, очень многие из людей, которых, ну, наверное, вы считаете оппозиционерами, они мечтают и думают о том, как бы в этом во всем принять участие. Да, ну вот это водораздел серьезный, как мне кажется. И то же самое в отношении Рогова. Значит, это представление о том, что можно избежать здесь водораздел между, допустим, Каспаровым, мной, Пиантковским с одной стороны и Роговым с другой стороны, потому что убеждение в том, что можно каким-то образом там сохранить и каким-то чудом, вот здесь, по-моему, вы, Александр Владимирович, сказали о том, что, значит, ужас, если между Собяниным и Мишустиным будет выбираться, да, значит, можно каким-то образом, каким-то чудом воспроизвести прекрасную Россию будущего из того, что есть сейчас, вот это водораздел. Понимаете, потому что я считаю, что это все должно рухнуть. Мне кажется, мы очень сильно затянули эту тему. Вы знаете, это, на самом деле, это очень интересный разговор, который довольно редко у меня бывает. И я именно тем ценю, что он глубокий и аргументированный. Поэтому не стесняйтесь совершенно. Ну, вот я тогда... Тем более, что сильно много ключевых событий на этой неделе. Не так уж и много. Вот, поэтому можем себе позволить. Это wishful thinking такое, да? То есть...
мы не хотим, чтобы этот режим был, и поэтому мы будем подгонять свой анализ под него. Это же вопрос предметный. То есть вот когда Рогов говорит о том, что это приведет к плохим последствиям, он говорит, вот случится то-то наиболее вероятно, исходя из анализа политических режимов и их динамики, исходя из экономической ситуации, совокупности обстоятельств, вот тут случится то, тут случится то, и поэтому это будет хуже для достижения тех целей, которые мы перед собой ставим. Так, и при том, что цели-то как бы общие, да, и они публично объявлены. Я не придумываю за Рогова его ценности, он публично говорит о них. Тогда как вы как раз, исходя из чьего-то материального интереса, предполагаемого, приписываете ценности. Да, конечно, нас Маркс учил, что бытие определяет сознание, но все-таки хорошо бы от людей услышать, что они хотят этого. Если они говорят одно, а на деле другое, то надо их вот на этом поймать, по крайней мере. К сожалению, Гарри Кимович и... Пиантковский, я помню, как с 2008 года говорили, что вот путинский режим, там ему остался год, последнее издыхание, и это длилось много-много лет. Как бы это wishful thinking, это может быть правильная вещь для мотивации сторонников, для мотивации себя, но это не про политический анализ. Рогов занимается несколько другим. И критиковать надо конкретные его аналитические рассуждения, выкладки, аргументы, знаете, что я хочу, а не выводы. Из того, что просто сказал Илья Александрович, я хочу спросить, без относительно Рогова, например, а вот как раз относительно оппозиции, ее там задач и даже определения самого, кто такой оппозиционер. Получается ли так, что у оппозиционера, с вашей точки зрения, сейчас... все интересы 100% совпадают с интересами Украины, интересами украинцев? Нет. А в чем могут различаться? Вот у меня буквально вчера вы как раз в точку попали. Спасибо. Вчера был большой и довольно интересный разговор с Виталием Портником. У нас периодически бывают такие сверки часов. Значит, принципиальная разница вот в чем. У нас абсолютно совпадают, значит, с ним взгляды насчет того, что Украина должна победить, угу. И надо сделать все, чтобы она победила. Но дальше возникает развилка. Портников, когда я его спрашиваю, ну хорошо, давайте устроим мозговой штурм насчет того, а что делать дальше с Россией и что будет дальше. Он говорит, а я не буду в этом участвовать. Потому что мне наплевать. И эта позиция, у многих, которые говорят, ров с крокодилами, отделиться, НАТО, а это... И я не буду принимать участие в мозговом штурме о том, что делать вот с этим образованием. Это принципиальная разница. Потому что, да, я сейчас смотрю на мир украинскими глазами, но... Для меня, конечно, главная задача – это что будет дальше с этой территорией Северной Евразии, в конечном итоге, которая сейчас называется Россия. И это важная история. Для меня это важно. В этом принципиальное различие между нормальным украинским патриотом, который, строго говоря, сейчас говорит о том, что вот мы освободим свою территорию, а дальше хоть трава не расти. Ну, с моей точки зрения, это тоже несколько ошибочно, потому что Россия никуда не улетит, и эта территория останется соседней, поэтому зря так, так сказать, это важно. Но это действительно не их дело, это не их зона ответственности, это наша зона ответственности, я так думаю, что и моя, и Сергея, и ваша, то есть это вот наша зона ответственности, в этом различие. Поэтому не совсем так. Ну, мне просто кажется, я примерно предполагал, что будет в ответе, мне просто кажется, что как раз условный Кирилл Рогов, там с маленькой буквы, он как раз из этого исходит, что Россия не аннигилирует после победы Украины, что вот эта проблема того, что с ней будет и что дальше делать, она никуда не девается, что ее приходится решать. Вот глагол необязательный, аннигилирует. Есть другие глаголы, которые, как мне кажется, могут быть здесь рядом. Не аннигилирует это точно, не улетит это точно, не провалится это точно, как бы это ни мечтали сейчас многие. Но она, я так думаю, что есть серьезная вероятность, что она не сохранится в нынешних границах. Это совсем другая история. И вот бояться этого или все-таки направлять свой анализ в эту сторону, это другой вопрос. И это важно. Мы об этом, кстати, много говорили на стриме с Игорем Яковенко. Там был прям целый раздел.
можно сказать так, посвященный этому, там не делилось на разделы, ну, был кусок какой-то. Вот, и посмотрите отдельно стрим, чтобы не повторяли, с вашего позволения, там, эти, сколько, 5 часов, вот, из них, наверное, несколько десятков минут мы посвятили возможному будущему Украины. Давайте перейдем к другим событиям. Еще они есть, тем не менее, остаются. И вот когда мы с вами упоминали атаку дронов, когда они были там на этой или на прошлой, они на самом деле были и на прошлой, и на этой неделе. Вот. На Москву, я имею в виду. Те, что, значит, попали в Москву-Сити. Какое, по-вашему, они имеют значение? Имеют ли вообще какое-нибудь символическое, не знаю, психологическое, военное вряд ли, но тем не менее. Хотя и военное, почему ПВО не сработало. Вот. Что скажете по этому поводу? Для, в вашей иерархии ключевых событий атака дронов где стоит? Ну, оно, по крайней мере, она есть в этом наборе ключевых событий, потому что, конечно, так или иначе на общественное сознание, причем на общественное сознание всюду это влияет, и это действительно именно такой символический акт, в первую очередь, военный. Ну что, то есть это пролетел именно дрон, дрон много чего принести не может, ракеты перехватываются, насколько я не военный специалист, но, как говорят военные специалисты, в ваших эфирах и в других ракеты перехватываются иначе, хотя, честно говоря, в эффективность российской ПВО вера не очень велика, в том числе и в смысле перехвата ракет. Но, тем не менее, это разные вещи, и то, что там пропущены дроны, не говорит о том, что там ракету пропустят. Может, да, может, нет. Но сам факт того, что Москва не в безопасности, то, что символический центр Москвы, там, этой новой, имеющий облик запада Москвы, Москва-Сити, подвергается поражению, он, конечно, важен для россиян. С другой стороны, я думаю, что и в украинцев дополнительную какую-то бодрость вселяет факт того, что Москва оказывается тоже под ударом, что хоть в какой-то степени москвичам приходится испытывать то, что испытывают киевляне и жители других городов. И с третьей стороны, это демонстрирует энергию, инициативу, активность и возможности Украины внешнему миру. То есть это может быть не так много, но это все-таки что-то. То есть это в любом случае сигнал всем. Сигнал о чем? Сигнал о том, что Россия не так сильна, а Украина не так слаба. Ну, по крайней мере, вот в этом смысле обмена дальними ударами. Что скажете про дроны, Игорь Александрович? Вы знаете, я вот в предыдущей части как-то я почувствовал, что я слишком много говорю. Вот, и я думаю, что в этой части я, пожалуй, уступлю возможность Сергею доминировать. Нет, ну, в основном все так. То, что война должна прийти на территорию России, для меня это совершенно очевидно, и это правильно, потому что играть, то есть война это все-таки штука, в которую надо играть вдвоем. И вот ситуация, в которой Россия наносит удары с жертвами, с тяжелыми жертвами мирного населения по всей территории Украины, без исключения. А Украина, в общем, почему-то должна ограничивать себя только уничтожением оккупационной армии врага на своей территории, это неправильно. Так войны не ведутся, и таких войн не бывало. Ну, то есть, за исключением колониальных войн, ну, по сути, это и есть колониальная война. Но все-таки я думаю, что, и, кстати говоря, здесь очень важная история, это то, что существует миф о неком запрете со стороны, значит, союзников, со стороны НАТО использовать натовское оружие для ударов по территории России. Это миф, на самом деле. Это, ну, какие-то частные пожелания отдельных политиков, но на самом деле уже ведущие западные политики сказали, что это не так. Даем оружие, а дальше используйте, как считаете нужным. Это правильно. И, понимаете, я москвич, я всю жизнь, вот, за исключением последнего года, прожил в Москве. И мне очень дорог этот город, но я понимаю, что это вот на сегодняшний момент надо, это правильно, что война приходит в Россию. Пока она приходит в Россию символически, потому что украинцы, в отличие от россиян, не бьют по мирным жителям. И вот если мы говорим сейчас о прошедших событиях, вы отметили удары по, и я, собственно, тоже отметил удары по Москва-Сити, но параллельно с этим были чудовищные обстрелы Кривого Рога, Херсона,
Одессы, уничтожение, практически уничтожение значительной части исторического центра Одессы. И там были жертвы, там люди. Здесь вот результат того, что, о чем сейчас вот Сергей, мне мало что добавить к тому, что сказал Сергей. Но тем не менее, я бы только сказал одно, что асимметрия чудовищная продолжается, потому что результатом ударов по Москва-Сити что было? Бумажки разлетелись, Минцифры. Бумажки разлетелись. Это страшный, конечно, ущерб. А в Крыму, в украинских городах погибли десятки людей. Ну, подождите, вот, вам скажут, что есть Москва-Сити, а есть Белгородская область. Вот, где есть город Шебекино, куда российские власти силком фактически возвращают людей под обстрелы. Ну, то есть обстрелы ведутся. С какой стороны ведутся обстрелы? И попадают по домам. А вы случайно не знаете, с какой стороны? Вы полагаете, Россия обстреливает Шебекино? Я думаю, нет, это же очень простая история. Дело в том, что, значит, проблема-то очень простая. Значит, туда зашли, это же проблема диверсионно-штурмовых бригад. Значит, туда зашли, значит, ну, прежде всего, это, конечно, русский добровольческий корпус, значит, туда зашел, ну, и Легион Свободной России. И для того, чтобы их оттуда выкурить, наносятся удары с российской стороны. Ну, понимаете, если зашли, значит, вот российские граждане, которые воюют в составе украинских войск, то какой смысл украинским войскам наносить по ним удары? То есть вы серьезно полагаете, что это связано исключительно с входом диверсионных групп? Мне казалось, что диверсионные группы туда входили пару раз буквально. Ну, так вот, когда, обстрелов-то было гораздо больше. Ну, в сам город Шебекино они не заходили. До города Шебекино они точно не доходили. Нет, они захватили несколько приграничных населенных пунктов. По ним наносится удар. Может быть, но не исключено. Это был, наверное, тоже какой-то случай. Да. Но, подождите, может быть, я чего-то как-то упустил, но мне кажется, что информация об обстрелах Шебекино в городе довольно далеко находящемся от границы, ну как далеко, не дойдешь пешком, короче. Ну там вот. Не пешком, там у них все километров 30, по-моему, значит, ну неважно, несколько десятков километров, вот, что он регулярно подвергается так или иначе обстрелам, вот, и как-то у меня сильно не было сомнений, что это стреляют с украинской стороны как раз, да, чтобы россияне почувствовали, что есть война и все такое, вот. И точно так же, может, не с той интенсивностью, есть обстрелы и в Курской области, и в Брянской. Часто они целевые по каким-то нефтебазам, там еще было. Бывает, что попадают и не по нефтебазе. Ну вот, как бы это тоже, мне кажется, не секрет. Ну, просто вот то, что вы рассказываете, Игорь Александрович, извините, ну, похоже на миф. То есть, не на миф, а это правда, но это не ежедневное объяснение этой истории, почему ежедневно куда-то прилетает. Я вот о чём. Ну, я просто хочу подчеркнуть, что с двух сторон стреляют. И факты, когда стреляли для того, чтобы выбить, в частности, вот те подразделения, те диверсионно-штурмовые группы, которые зашли туда, это факты были. Просто это очевидно. До захода диверсионных групп были обстрелы. Да, безусловно. Их мы чем объясняем? Стреляют с двух сторон. И до, и после эти обстрелы были, да. И продолжаются. Вне сомнения, через границу, через линию соприкосновения по границе идут постоянные артиллерийские минометные дуэли, обстреливаются села, поселки, Сумское, да, Черниговское, да. Харьковская область. Конечно. Соответственно, через то же самое Шебекино и обратно. Да, удары, наносятся удары по объектам инфраструктуры. Нет, подождите, наносятся секундочку, Александр, извините, ради бога, я просто хочу спросить. Вот стреляют с территории Белгородской области. Должны отвечать украинцы? Вообще вопроса нет совершенно. Не, вообще идет война. Тогда в чем проблема?
Война идет. Не, вы просто говорите, что они, что украинцы не стреляют по, не стреляют в ответ. Нет, что есть асимметрия. Нет оснований утверждать, я бы сказал, что они целенаправленно наносят туда, по гражданским объектам. Нет, абсолютно нет. Соответственно, если, это было бы военным преступлением. Есть ли основания утверждать, что российские ВКС целенаправленно стреляют по жилым? Вполне, да. То есть, с этой точки зрения, вот, что есть ли основания утверждать, что одни целятся, мы говорим, не стреляют, а целятся. Это целятся по одним, а другие... Ну, значит, его знает, во что они целятся, просто допускают вероятно, что он попадет куда попало. Послушайте, ну, вы понимаете, вот я не знаю, как много у вас коммуникаций происходит каждый день с киевлянами, с харьковчанами, с одесситами, у меня они происходят постоянно. И там постоянно бьют по жилым кварталам. Когда я говорю об асимметрии, я имею в виду очень простую вещь. Украина бьет исключительно по... То есть такого факта, что вот целенаправленно било по жилым кварталам, такого нет. Да, безусловно, когда удары наносятся с территории какого-то населенного пункта, в ответ может прилетаться. Точно так же происходит в Израиле. Когда террористы, значит, сидят в детском садике и оттуда стреляют, и в ответ прилетает ракета. Ну, это точно то же самое. Российская армия, российская ВКС целенаправленно бьет по жилым кварталам. Ну, это просто исторический факт. И это в этом смысл асимметрии. И в этом смысл того, о чем я сказал, когда мы говорили с вами, и я сначала не хотел комментировать, но уж поскольку разговор завязался, то я прокомментировал то, что сказал Сергей. Значит, в России результатом вот этого вот удара по, значит, этим самым Москва-Сити стали разлетевшиеся бумажки, а в Украине погибшие люди. Вот в чем разница. И асимметрия продолжается. И примеры с Белгородской, Курской области, они в данном случае не опровергают это. С территории этих областей наносятся удары. В ответ наносятся удары с украинской стороны. Имеет она право отвечать? Имеет. Но по мирным кварталам целенаправленно украинцы не стреляют. Ну, по крайней мере, таких фактов не обнаружено. А российские ВКС стреляют. И в любом случае достаточно очевидная вещь, что распространяются ощущения, которые испытывают жители Шебекино и нескольких соседних деревень, на население всей Российской Федерации. На их место люди себя не ставят, они там не живут. Тогда как, если оказалась достижима Москва, это как бы потенциально воспринимается всеми как некую угрозу. Уж по крайней мере всеми москвичами, которых гораздо больше, и которые гораздо больше влияния на происходящее в стране оказывают, чем жители Шебекино. Пойдем дальше с вами по событиям. Напоминаю, что вы можете, не можете, а прям обязаны, мне кажется, отметить лайком, а также и заодно и подписаться на канал. Значит, еще важная штука, мне кажется, она догоняет как бы то, что мы с вами тоже обсуждали на стриме на минувшей неделе. Это комплекс законов по, так сказать, по военизированию всего населения России, по постановке всего населения России под ружье, а тут еще и правительство поддержало поправки, как справедливо сказала Екатерина Михайловна Шульман, которые никто не видел, потому что нет опубликованного документа, об уголовном наказании для уклонистов в период мобилизации. Тут встает вопрос, собственно, самый частый, и который я задаю, и который мне задают все время. Вчера вот я тоже интервью давал, меня спрашивали, а почему никто об этом не беспокоится? Ну, в смысле, население России. Ну, реально, каждого теперь могут отправить на войну, и ничего не сделаешь, даже не убежишь. Ну, те, кто не смотрят ваши эфиры, мне кажется, может быть, просто не знают о том, что там во втором чтении всунули чего-то, да? С другой стороны, я полагаю, что поскольку мобилизация – государственная мера, то скорее люди не знают, что за уклонение от нее не предусмотрено уголовной ответственности. То есть, в общем, вполне естественно было предполагать, и люди руководствовались этим, что раз государство говорит, то значит есть наказание за то, что ты не подчиняешься. Сейчас как бы, ну вот, реальность приводит в соответствие
соответствия с этим представлением. То есть это, в общем, как раз объяснимо. Гораздо менее объяснима история с вооружением всего и вся. И действительно она непонятная, но тут о чем беспокоятся люди? О том, что кто-то будет с оружием ходить, мне кажется, на фоне всего остального происходящего это их не сильно беспокоит. Там есть еще один, вообще законотворчество в сегодняшней России – это специальная тема, и это действительно отдельный такой вид шизофрении, потому что, вот, ну, в частности, вот это вот то, что было инициировано генерал-полковником Картополовым, каждый раз, когда произношу эту фамилию, обязательно прибавляю международным преступникам, потому что это человек, который непосредственно лично участвовал в отправке того самого Бука в Донецк, в котором был уничтожен малазийский Боинг. Вот, это просто я своим долгом считаю всегда говорить, значит, чтобы не забылось. Так вот, значит, генерал Картополов был как раз, значит, основным лоббистом и двигателем этого пакета законов. И там внутри оказался зашит, казалось бы, речь идет о мобилизации. А внутри там сидел совершенно никакого отношения к этому пакету законов не имеющий закончик, который создает возможность для губернаторских армий. Вот это, мне кажется, поворотная история. То есть теперь тут уже начали вооружать потихоньку. Да, так ну тут же еще один генерал-лейтенант Гурулев, еще один это генерал-шизофреник. Так вот он, значит, постоянно выступает с идеями, которые часто реализуются. Но он тоже депутат, как и все безумцы в России. Ну или по крайней мере значительная часть сумасшедших в России являются депутатами. Так вот генерал-лейтенант Гурулев, он потребовал, чтобы у вот этих вот губернаторских армий были минометы, гранатометы, там самолеты и так далее. То есть вот и это, мне кажется, очень важная история, потому что да, безусловно, расширение призывного возраста, что является самым обсуждаемым элементом в этом пакете законов, репрессии против уклонистов, это тоже очень важная история. Но если говорить не о теме Сергея, имеется в виду правозащита, а о теме политики, то гораздо важнее вот создание вот этих вот безумных, я понимаю, что тут как бы тема политики и правозащиты смежные, но тем не менее, значит, вот создание этих губернаторских армий, превращение в России генералов, в смысле этих самых губернаторов, генерал-губернаторов, это институт, который был в России с 1775 по 1917 год, это принципиальная вещь, потому что вот эти сепаратистские настроения, которые существуют в России, и возможность дальнейшего какого-то изменения географических границ России, вот этой мерой, то есть теперь уже сепаратизм в России и тенденция желаний губернаторов, так сказать, освободиться от власти Москвы, оно подкрепляется уже созданием этих своих личных губернаторских армий. И вот это очень серьезная история. Если у них там появится тяжелая бронетехника, а я уверен на 100%, что она появится. То есть это логика саморазвития. Вот если им даются... Сначала там ерунда, сначала им сказано стрелковое оружие, там еще что-то. Да и то, скорее, там охотничий и краткоствол. Да? Не, ну это вряд ли, это, сори, значит, они должны получать это из Росгвардии, там охотничьих ружей нет. Они ну, должны... Не знаю, откуда должно, вот из того, что мы видели, то, что... Нет, вот, это... Нет, там показывают, не нет, знаю. Нет, подождите, одну секундочку, показывают пока... территориальной обороны, которая существует до этого закона. Mm. Они должны получать оружие из Росгвардии. А Росгвардию сейчас, как вы знаете, по последствию, тоже уникальный закон, когда это, то, там другой безумец лоббировал, Хинштейн, значит, который был сотрудником Росгвардии. Сначала он был офицером ФСБ, а затем вот еще и в Росгвардии подвязался. Так вот, значит, там сейчас уже тяжелая бронетехника, танки у Росгвардии, самолеты, вертолеты и так далее. Так вот, из Росгвардии эти вот губернаторские армии должны получать оружие. Там охотничьих оружий нет. Поэтому это будут серьезные армии. И, в принципе, это же, знаете, это же все по Гегелю, хитрость разума. Они замышляют одно, а получится совершенно другое.
И то, что Путин своими руками будет способствовать развалу России, для меня это совершенно очевидно. Ну, так сказать, я не знаю, с какой скоростью, но вот пока он движется в этом направлении довольно уверенно. Ну, с одной стороны, мне кажется, он всеми своими действиями последнего времени способствует и приближению конца своего режима, и развалу России, насколько это вероятно вообще. Но все-таки мне кажется, что стремление к тотальному контролю над всем, оно очень сильно в этом режиме, и это действительно явное исключение из этой ситуации, и поэтому сейчас, как я понимаю, речь идет все-таки об ограниченном количестве субъектов, не автоматически в каждом субъекте Федерации создается армия. То, что она там будет в Белгородской, Курской и Брянской областях, представить себе там брянский, белгородский, курский сепаратизм достаточно затруднительно. Если это будут экономически самостоятельные субъекты, субъект Северного Кавказа, да, это серьезная проблема. На этапе, когда это будет реализовано только там, все-таки я бы не драматизировал последствия и угрозы для режима от реализации этого. Во-первых, там в законе не сказано конкретные области, и понятно, что там будет дальше движение в сторону увеличения, это первое. Второе, вот фраза насчет того, что режим стремится к тотальному контролю, на самом деле, да, действительно, этот режим был персоналистским, и этот режим действительно контролировал, ну, имеется в виду персоналистским, путинским, и Путин действительно мог в России все или почти все, ну, что хотел. Но 24 февраля прошлого года произошла большая неприятность. Путин открыл портал в хаос, и зона его контроля скачкообразно сокращается. Она как шагреневая кожа сейчас сокращается. И много он контролировал. Мы видели на примере пригожинского мятежа, так сказать, много он там контролировал. Да, значит, я говорю, это... стремится. А, стремится. Тенденция у него такая есть. Тенденция у него всегда такая была. Но на самом деле сейчас он, сфера, его, сфера того, что он контролирует, она стремительно сокращается. Стремительно. Он не контролирует армию в значительной степени. Он много контролирует ситуацию в Белгородской области. Обсуждаемое да? создание губернаторских да. армий, оно в прямом конфликте с этим да. стремлением. Конечно. Об этом я и говорю, и не что только. Вопреки этому стремлению они создают, тем не менее, такие. И создание частной военной компании «Вагнер» – это тоже впрямую. Да, да, да. И, так сказать, освобождение уголовников впрямую противоречит, потому что холодное лето 93-го года – это было прямое создание, так сказать, участка неконтролируемого властью и так далее. То есть, на самом деле, он действует, ну, сам факт этой войны – это создание гигантской сферы, неконтролируемой Путиным. И те процессы, которые идут в армии сейчас, они уже не контролируются Путиным. Это достаточно очевидно. Он контролирует Шойгу, а Шойгу не контролирует то, что происходит в армии. Он контролирует Пескова. А Песков не контролирует уже то, что происходит в СМИ. Вот я просто здесь как медиакритик, наблюдая за тем, что происходит в российских государственных СМИ, я вижу, что там многие процессы уже не контролируются, так сказать, администрацией президента. Да, они дают основные установки, но там процессы идут уже самостоятельно. Так что здесь вот сфера контроля, она просто как шагреневая кожа сокращается. Почему в СМИ-то так происходит, как вы полагаете? Потому что, ну, что, страх потеряли, бояться перестали или что? Нет, там на самом деле происходит следующее. Значит, ну вот это отдельная история. Последнее выступление того самого нашего главного русского фашиста, якобы Дугина, который требует цензуры и репрессий. Значит, изначально была очень серьезная асимметрия, когда критика либералов в отношении власти запрещалась, там от 5 до 20 лет сажали людей, а критика турбопатриотов, которые критиковали власть за людоедство, за недостаточное людоедство. То есть либералы критикуют власть за то, что... За людоедство, а те за недостаточное. А те за недостаточное, да, как правильно Навальный сказал, за недостаточный аппетит у людоедства. Так вот, изначально эта асимметрия была. Потом, после мятежа Пригожина, возникла ситуация, когда, в общем-то, власть стала понимать, что с той стороны опасность есть, потому что, так сказать, правозащитники, вот Давидис не идет на танке штурмовать Кремль. Вот, ну, не знаю, почему.
почему, может, не хочет, может, танка нет. Чтобы, по мнению Игоря Александровича, большой недостаток. Прискорбный факт. Даже Бабченко не идет. Да, ну, Бабченко хочет, по крайней мере. Значит, ну вот я не буду о присутствующих. Вот Лев Александрович Пономарев не собирается штурмовать на танке Кремль. А Пригожин собирается, и Стрелков был бы готов, если бы, так сказать, у него танк был. То есть, на самом деле, оттуда они почувствовали эту опасность. Вот Кремль почувствовал опасность на примере Пригожина, поэтому посажен Стрелков. И поэтому но на сегодняшний момент остался гигантский совершенно подвал в государственных СМИ, которые продолжают дело Пригожина. Слушайте, то, что делает, вот то, что происходит на Соловьином помете, это там Пригожин отдыхает. То есть там такая, то есть тот же самый упомянутый мной, так сказать, не к месту Гурулев, то, что несет там Сатановский, все эти Куликовы, Михеевы и прочее, вот эта вот нечисть, порождение Соловьиного помета, они критикуют власть по полной программе. Они требуют немедленного уничтожения, так сказать, всего правительства. Набиуллина там это вообще, так сказать, там постоянно призывают к ее уничтожению и так далее. То есть с той стороны доносится, на самом деле, телевизор превратился в ожесточенную критику режима со стороны партии Армагеддона. Вот эта партия Армагеддона во главе с Соловьевым, с Киселевым, со Скобеевой и прочее, значит, они на самом деле ну, в значительной степени играют в свою игру. Это просто совершенно очевидно. И это связано с внутренней логикой саморазвития. Эти цепные псы режима, они в значительной степени, они долгое время гуляли на длинных поводках, значительно более длинных, чем в советский период, чем в сталинском, так сказать, пропаганде, чем в гитлеровской, геббельсовской. Но сейчас они в некотором смысле уже сорвались с поводка. Так что там идут самостоятельные процессы. Интересно, на самом деле, наблюдать за всем этим клубком единомышленников, так сказать. Вот. Но посмотрим, как оно будет развиваться, каким будут ключевые события на следующей неделе или на неделях предстоящих. Спасибо большое. Благодарю сегодня политика и правозащитник Сергея Давидиса, журналиста Игоря Яковенко. Спасибо большое. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Вечером сегодня стрим в 22 часа с Дмитрием Быковым.